Хорошая, хорошая. Нет, вот потом рабочая сделать. Да. Ой, такая легкая такая. И, дело в том, что она будет, понимаете, что дело? Ее только взять в раму, и она моментально будет закончена производство. Да. Потому что без рамы картина не сделает. А, и слушайте, я уже мы с Сережей там говорили, что я уже точно знаю, что в этом году мы не успели, на следующий год, я думаю, будет все нормально. Открываем галерею, каждого телефончик, и мы будем ваши картины продавать. Вы будете нам привозить, и мы будем продавать. А что делать, да? Где продают? На Украине или на Нет, вот тут, вот, прямо тут. Самые больше, между прочим, покупают картины, это там, где... С этой стороны. Все равно не разные, вот там такая лихая. Так, за это так, какую? Ты мне дать. Сергей, я такой не выбрал вообще. Ага, ясно. Вот я так и знал, что вот она. Да, да, да. Он когда писал, говорит, что я. Да, я знал, кому что. Что-то вот Сергею она понравилась. Ну что? Да. Вот я просто сказал, ну я не знаю, что близко, или вам близко. Сказать, не. Смотрите, это вообще не проблема, я просто сделаю нет, работу. Нет, то совсем другое. Смотрите, как вам приятно. Небо красивое. Небо красивое. Да. И это тоже интересно. Море, пена. Да. Лежит кто-то на пляже. Я вот не помню, я раньше видел такой вариант. Я продал недавно работу, вот я делал все такое, смотрите. Вот. Это я потому что если я хочу, чтобы все было довольны. А что вы слышите? Да, вот так получается. Да, сейчас покажу. Вот это делаешь. Да, 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 это ваша рядышка. Да, ваша рядышка, да. Да. Вот, смотрите. Сейчас одну минуту. Сейчас я подъеду, трошки позже, да? Не, я вот это выбираю. Какое? Море. Вы хотите море? Да. Пожалуйста. Не жалко. Вы рады? Все. Да. Вот. Вот я не знаю. Море мало кто пишет море. Вы заметили?